Евгений Петрович Галинский родился 15 апреля 1926 года. В возрасте 15 лет ему пришлось пойти на фронт. На протяжении всей войны он служил в танковских войсках. За мужество и героизм Евгений Петрович был награжден 5 орденами и 28 медалями. 30 лет Евгений Петрович прослужил в органах внутренних дел. Неоднократно он был награжден почетными грамотами и благодарностями за весомый вклад в обеспечение правопорядка и правового образования жителей города. Более 20 лет своей жизни Евгений Петрович проработал в морском торговом порту Черноморск. В этом году Евгений Галинский получил звание почетного гражданина за активное участие в жизни города. 30 ноября сердце Евгения Петровича Галинского остановилось. Горожанам он запомнится как мудрый и жизнерадостный человек. Выражаем соболезнования родным и близким Евгения Петровича.